задача добраться до детского сада на автобусе. Итак, автобус у нас едет по проезжей части, подъезжает к остановке, и ребята выходят из автобуса. Выходим и подходим куда? К пешеходному переходу и ждем, что мы ждем. Когда загорится, но зеленый свет. Итак, загорается у нас зеленый свет. Что произошло? Авария. Почему? Потому что машина не увидела зеленый цвет. А вы увидели? Да. А вот машина не увидела зеленый свет. И что могла сделать? Попасть на маму. Сбить, да? Сбить и маму, и ребенка сбить, правильно? Да. А что же нужно ребятам сделать, маме с дочкой? Куда посмотреть? Налево. Давайте попробуем. А так, автобус у нас остановился. Мама с дочкой подошли, посмотрели, правильно? Куда посмотрели? Налево, направо и еще раз налево. И пошли. Оп! Опять машина выехала. Может, кто-то что-то неправильно сделал? А скажите, пожалуйста, вот здесь стоит автобус. Видно ли вам из-за автобуса, что за автобусом стоит машина? Не видно. Что же нужно сделать? Поменять местами автобус. А никак, автобус-то уже стоит, а машина подъехала за автобусом. Вам не видно машину. Что нужно вам сделать? Как вы думаете? Обойти, а вдруг автобус поедет? А как вы думаете? Можно вот так вот подойти. Чтобы... А там дорога-то продолжается. А мы спешим в детский сад. Нужно, ребята, подождать, когда уедет автобус. Теперь вам видно? Да. Давайте попробуем тогда еще раз. Да. Итак, автобус у нас едет с ребятами, останавливается около остановки, выходит мама с дочкой, подходит к проезжей части, загорелся зеленый свет. Молодец, мы ждем, потому что не видно. Итак, для автобуса загорелся зеленый свет, автобус у нас отъехал, ждем, что... Зеленый свет загорится для людей, и тогда только можно переходить. Да. Вам видно машину? Да. Вот теперь.